Всем привет, народ. Сегодня его попал в руки телефончик Lenovo A5000. Здесь заявлена батарейка 4000 мА. Так, время автономности, значит, у нас очень большое. Камера здесь 8 мегапикселей, сенсор неизвестно от кого. Процессор здесь 4-ядерный Snapdragon. MSM какой-то там, сейчас глянем. Я уже сделал тест Antutu. Так, Antutu он набрал 17892 балла. Информация по телефону. Это 1032-битная система, Qualcomm. MSM 8625Q. Видео с кредитом 0,4. Разрешение экрана HD. Камера 8 мегапикселей. АЗУ 1 гигабайт. 8 гигабайт памяти внутренней. Так, процессор такой же сета. 1,3 МГц максимально. OpenGL 2.0 есть. Так, размер. Размер экрана семерка стоит, еще это я не помню, что-то здесь напутали. Так, у нас 320 dpi на дюйм. Фронтальная камера 1,9 мегапикселя, разрешение видео Full HD. Так, что у нас тут? Версия, да, место под GPS есть, RGPS. Wi-Fi, это само собой, МТК с ионометром, МТК Light, МТК Front, сенсоров каких-то не густо. Всего три сенсора, ориентация, приближение, удаление, света. Так, в рейтинге у нас аж на самом последнем месте. Ну, в принципе, для 4-ядерного смартфона вполне пойдет. Экран, конечно, хороший. Обзоры отличные. Инвертации света не видно. Не инвертируется, не темнеет, не сереет. Все хорошо, только не пойму, здесь УГС. Не, здесь не УГС, походу. Да, здесь не УГС, здесь обычный экран. Так, ну, в принципе, все ярко. Работает неплохо. Ну, с тормозами. Так. Ну, по тормозам, это предполагаю, что это еще есть где-то оболочки, которая здесь стоит. Видимо, она не совсем вытягивает. Китайские прошивки, они вечно сырые. Надо перепрошивать. Ну, а так все, в принципе, телефон неплохой. На две сим-карты, microSD поддерживает. Какой вот у нас аппаратик. Версия. А, 4.4.4, ну посмотрим по информации, посмотрим телефон здесь. Так, по устройству, обновление системы, включенская информация. Информация об устройстве. Есть, это сведения об устройстве. Тянет 1 гигабайт, встроенная память, процессор, ну, больше информации не густо. В общем, такой вот у нас аппаратик. Вспышка, не знаю, ярко, не ярко, как HDR слышит. Он снимает, я бы сказал, так себе. У меня телефон снимает лучше, у меня телефон уже год, у него 930. Я, честно сказать, ожидал, пока рапорт получше. Еще пойдет. Хотя, сейчас посмотрим, какое здесь разрешение стоит, потому что мы же тут с разрешением молоды. Надо выставить сначала разрешение. Так, с видео. А нет, все нормально, 8 мегапикселей стоит. Это, значит, такое и есть качество. Не знаю, что здесь за матрица стоит. Может, это обычная леновская матрица. Так, что у нас по поводу вспышки? Интересно, яркая ли здесь вспышка? Сейчас посмотрим.
Вот вспышечка. Ну, вспышка, в принципе, яркая. Да, яркая вспышка, можно брать. Если вспышка яркая, то уже хорошо. Потому что если вспышка говно, то и, конечно, фотография будет тоже не очень вечернее время. В дневное время, я думаю, при нормальном освещении будет снимать хорошо. И в вечернее, в принципе, неплохо будет снимать. Конечно, будет при быстрых объектах мазать, ну, как все телефоны. То есть не без этого. Ну, а так в целом, в принципе, такой середнячок. Очень хороший. Так, а что у нас тут по динамику? Интересно. Так, память, профили звука. Сейчас посмотрим, что у нас тут по динамику. Стандарт. Громкость. А то я знаю. В принципе, нормально, слышно. Все, это был обзор Lenovo i5000. Всем пока, с вами был канал GadgetX.